Здравствуйте. Я очень рада, что я сегодня здесь. Мне кажется, это должна быть очень приятная беседа. И я счастлива, что могу рассказать о своем детстве, о своих родителях. Я всегда делаю это с удовольствием. И, наверное, в этом и есть корень того, что дальше происходило и происходит со мной. Начну с папы. Родился он в небольшой деревушке под Барнаулом, и его отец, делая так, чтобы семья выживала и чем-то кормилась, они ушли на заимку, они были очень далеко в лесу. Тогда вот это были первые какие-то вот частные такие малые предприятия. Они варили смолу и продавали ее в деревне тем, кому это было нужно. А потом он ушел на войну 18-летним, в 43-м. Родители переехали в Краснодарский край, и я знала моих бабушку и дедушку уже живущими в Краснодаре. Но вот это тепло Барнаула, барнаульских каких-то корней, этой деревушки, которая называлась... Дедушка был Кузьма Александрович, и поэтому стояла табличка «Бестемьянов», ККА, Бестемьяновка, как будто бы так называлась деревня. Папа был большим шутником, и он всегда мне рассказывал эту историю, что где-то в глубине России у нас есть своя деревня. Если папа был в семье староверов, и я была крещеной в староверческой церкви, то мама родилась в еврейской семье, и в то время она не любила говорить о том, что она еврейка, и нам запрещала об этом рассказывать вне дома. Боялась. Поэтому на протяжении многих лет я жила с тем, что я не могу про это говорить, и уже будучи очень взрослой в театре, уже выступая с театром после спортивной карьеры, мы попали в Израиль, и я сказала, моя мама еврейка, и мне сказали, ну, ты можешь взять гражданство. Я говорю, как? То есть для меня это была абсолютно новая какая-то история, которая стала мне очень близкой, и понятно, откуда во мне так много всего намешано. Знаете, говорят, смешение разных кровей дает талант. Вот, наверное, отсюда что-то и возникло. Богом дано, поэтому я легко про это говорю, довольно отстраненно вообще от своей личности. Мама при живом папе, так получилось, она и ее старшая сестра, на 2 года старше ее тетя Нелли, моя обожаемая тетя Нелли, которая уже 90 лет, и она единственная, кто жив из всей той большой семьи. Спасибо большое. Они вдвоем оказались в детском доме. Зарабатывать было негде. Ему пришлось сдать своих младших дочерей в детский дом, сообщив там, что он их дядя. Они никогда не были расстроены тем, что он их сдал в детский дом. Понимаете? Вот это, наверное, это был единственный выход выжить в то время. Расскажите, пожалуйста, где и как прошло ваше детство? И было ли детство? Ведь у спортсменов вместо игр тренировки. Вы знаете, у меня было самое счастливое детство, которое я могла бы себе представить. Я занималась тем, что я обожала. Я до 4 лет росла, как обычно дети растут, в очень благополучной семье. Жили трудно, но очень дружно. У меня есть старший брат Петр, он на 2,5 года старше меня. Мы жили в теплом стане, тогда это не был большой микрорайон, это был небольшой поселок из 3 домов Министерства морского флота, потому что мама была радисткой. Это было довольно обособленное место, и родители безумно боялись, что мы будем вовлечены в какие-то, ну, неблагоприятные какие-то вещи, которые были вокруг нас. Поэтому родители очень хотели, чтобы мы занимались чем-то плюс к школе или еще до школы. Поэтому хотелось вот какой-то кружок. Но плюс к тому я перенесла операцию, когда мне было 4 года. У меня была небольшая опухоль под коленом. Ее убрали. И когда я вышла из больницы, я отказалась ходить. Папа
нес меня на руках, родители были в ужасе, и врачи посоветовали, что нужно заняться спортом. Мама была очень рада, что я буду чем-то заниматься. Мы выбрали фигурное катание, которое в то время было на своем первом пике популярности, очень-очень высоком пике. Белоусова и Протопопов была пара, которая абсолютно ворвалась вот в этот мировой небосклон звезд и затмила для нас все. Они катались под красивую музыку. В общем, это было абсолютное чудо, и мне показалось, что сейчас я выйду на лед и сразу начну кататься. Не тут-то было. Я упала, расплакалась, умоляла маму снять с меня эти ужасные тяжелые ботинки. Я говорила такую сакраментальную фразу всех детей: «Мамочка, я все буду кушать, только сними эти ботинки». Вот с этого началось мое фигурное катание. И страдала я, как вы сказали, было ли детство. Вот это уход от детства был, наверное, неделю где-то, когда меня заставили это полюбить. И я в какой-то момент начала это просто обожать. Папа с мамой залили мне каток, небольшой каточек около нашего этого поселочка, где меня они и научили кататься. Мама со мной ходила каждый день. И буквально через, наверное, несколько недель я пришла опять в группу, где меня не взяли сначала, потому что уже все умели кататься. Я стала последней в группе, а потом вот этот характер, везде надо быть первой, это было с детства, с пеленок. Я всегда хотела быть лучше всех. Это тоже дано Богом, и это абсолютно никем не культивировалось. И, наверное, тренерам было со мной легко, потому что у меня было дикое желание выигрывать. И буквально через месяц я стала первая в группе, и меня нельзя было утащить с катка. Как вы поняли, что лед – это та площадка, на которой вы проведете всю жизнь? Вы знаете, наверное, когда мне вдруг запретили кататься. Был момент в моей жизни, когда у меня обнаружили искривление позвоночника, и врач сказал, что мне категорически нельзя кататься. И это была, ну, для меня это была трагедия, для мамы это была трагедия, потому что она жила мной, она водила меня на лед, и мы как бы вместе, она приносила мне этот рюкзак с коньками к школе. Но вдруг сказали, что нельзя. Я начала плакать бесконечно, как где мое фигурное катание с огромным простором и скоростью льда. И мы вот плюнули на мое здоровье и пошли обратно на лед. Ну, конечно, конечно, какие-то вещи мы сделали, как нам посоветовали. Я стала ходить ну, не с портфелем, а с рюкзаком в школу. Тогда это не было модно, но тогда просто это нужно было. Я спала на доске, на жесткой. Вот. И, в общем, как-то все выправилось. Здравствуйте, Наталья. Перед тем, как вы попали к Татьяне Тарасовой, кто вас тренировал и кто ваш был первый тренер? Мой первый тренер в школе фигурного катания была Антонина Ивановна Карцева, которая нашла меня вот в этой оздоровительной группе, в которой я сначала занималась. И вот из огромного количества детей, которые просто учились кататься и для здоровья катались, она пригласила троих нас из этой группы в школу, в высшую школу спортивного мастерства, так это называлось. И потом эта школа была передана обществу «Локомотив», как я уже сказала. И вот тогда я начала кататься у своего первого тренера в спорте. Я жутко ее боялась, она была очень строгим, как мне казалось, человеком. А потом Антонина Ивановна ушла в декретный отпуск. И я осталась абсолютно одна. Конечно, меня прикрепили к какому-то из тренеров в нашем обществе «Локомотив», но у них были свои ученики, которые были моими конкурентами, и никто особенно мною не занимался. И вот тогда, в тот момент, конечно, я поняла, как важно иметь тренера, который за тебя постоит. Потому что я буквально, мне кажется, около года я была предоставлена сама себе, меня убирали с каких-то соревнований. Например, мне говорили: ты едешь на чемпионат СССР среди юниоров. Я готовлюсь сама, я ставлю сама себе показательные номера, я учусь прыжкам, глядя на взрослых. Я вот вижу, как они прыгают, и дальше я захожу. Знаете, вот такая зрительная тренировка, это говорят, потом я узнала, что это хорошо очень работает. Но тогда я всего достигала какими-то своими
своими мыслями и своим желанием. И так получалось, что в последний момент мне говорили: нет, ты не едешь на чемпионат. Вот я понимала, что если бы здесь был мой тренер, он бы за меня постоял, но постоять было некому. Поэтому я очень стремилась, чтобы меня взял в свою группу. Тогда была образована группа, она называлась «Спецгруппа для девушек», которую возглавил тренер тоже нашего общества «Локомотив» Эдуард Георгиевич Плинер, который в тот момент воспитывал чемпионку Союза Люду Баконину. И для меня это было, ну, верхом, пределом, чтобы он взял меня в эту группу, чтобы начал меня тренировать. Он очень долго не хотел меня туда брать. Я приходила туда таким вольным слушателем. Он сказал, что я должна научиться прыгать двойной аксель и иметь тройной прыжок. Тогда он возьмет меня в группу. Для меня это был такой очень сложный элемент, вот этот двойной аксель, такой первый многооборотный прыжок, который я в конце концов выучила, и он меня взял в группу. И когда он меня брал к себе, то он пригласил меня домой. Вообще раньше так это было принято. Тренер, когда берет человека к себе тренироваться, он приводит его домой, поит чаем. Знаете, сейчас вообще все по-другому. Я пришла домой, и его жена Люба, его первая жена, сказала, что он вышел, и она говорит: это я очень хотела, чтобы ты у него тренировалась. Мне так нравится, как ты музыкально, как ты интерпретируешь музыку, как ты, в общем, самовыражаешься на льду. И я очень-очень его убеждала. Я была ей глубоко благодарна. Так сложилась жизнь, что Люба заболела очень серьезно и в скорости умерла. И когда я уходила от Эдуарда Георгиевича, Любы уже не было. И я принесла ему букет цветов, сообщая о том, что я больше не буду у него тренироваться. И он сказал: иди, положи этот букет на могилу Любы. Это был, ну вот такой, он такой был человек. Я уверена, что он так не думал. Я уверена, что он желал мне добра, потому что потом, вот прям трудно говорить, потом, когда мы с Андреем поехали в Калгари уже выигрывать свои Олимпийские игры, единственный человек, кому мы могли доверить свои коньки, точить коньки, был Эдуард Георгиевич Плинер. И он их точил нам. Его привезли, и он точил всей команде, потому что мы очень этого хотели, мы добились этого. Вот, поэтому жизнь, она очень сложная, и такой жесткий человек, тренер, иногда, вот я только сейчас это понимаю, чего это ему стоило. Ой. И много лет я тренировалась у него и стала чемпионкой СССР среди юниоров, чемпионкой Кубка СССР среди юниоров. Но вот я чувствовала, что, ну, как-то вот уже, вот мне уже 16 лет в спорте, это уже, понимаете, да? И что чего-то я не достигаю, каких-то вещей, чтобы быть... А быть первой хотелось, ну жутко хотелось первой, либо никак. Вот либо первой, либо никак. Дальше это был потолок. Вот я выше бы уже не достигла. Так мне казалось, тренер не верил. Знаете, вот тренер всегда мне говорил, что вот это все. Возможно, если бы он дал бы мне какой-то вот горизонт, что ты можешь, имея этот набор, потому что я имела технический набор элементов, я плохо соревновалась. Возможно, надо было пригласить психолога, как-то, ну, заняться этой стороной вопроса, но не судьба, не сложилось. И Татьяна Анатольевна искала партнершу для Андрея, Андрея Букина, с которым я была давно знакома, он тоже катался в этом обществе «Локомотив». Мы знали друг друга, и поэтому мне было легко принять это решение. Ну, относительно, конечно, легко. Я сомневалась больше месяца. С одной стороны, я понимала, что надо заканчивать с одиночным катанием, что уже дальше ничего не будет. С другой стороны, я жутко боялась чего-то нового. Я вот очень, очень долго вообще в жизни своей принимаю решения. Ускорила это решение Татьяна Анатольевна Тарасова, которая абсолютно своей фантастической, легкой фразой сказала мне: хватит портить тело. Потому что я бесконечно падала с прыжков, и вот она как-то так легко это сказала: вон уже тебя партнер ждет, не понравится этот, есть другой, приходи.
Вот, в общем, таким образом она как-то легко разрешила этот вопрос. Трудно одиночнице ощущать партнера и нести ответственность не только за себя, но и за него? Мне кажется, трудно было Андрею. Потому что он, помимо того, что мы должны были бесконечное количество, чтобы пара скаталась, ты должен сделать вот этот элемент упражнения, как какое-то упражнение в позиции, ну, сотни раз, для того, чтобы это пошло как надо. Для меня это было сплошное удовольствие. Мне не было физически, мне не было это трудно. Мы просто катались часами, и я это выдерживала легко. Первые полгода Татьяна Анатольевна все время уезжала на соревнования и в туры. Андрей учил меня всему. Он говорил, катался, правил. То есть он одновременно и катался, и говорил. То есть я не знаю, как он это выдержал, потому что это было трудно ему. И ответственность нес он. Вы скажите, мы знаем Татьяну Тарасову как великую и ужасную. А какой ее знаете вы? Вы знаете, мне всегда очень странно, когда люди говорят вот такие фразы. И очень часто я даю много интервью, и очень часто мне задают такой вопрос, что она же очень жесткая, она же какие-то такие эпитеты, которые абсолютно не были близки мне, когда я к ней пришла. Я пришла к ней от очень жесткого тренера. Она очень любит нагружать спортсменов, она любит нагрузки, это от ее папы. Анатолий Владимирович как-то спросил Андрея на каком-то общем празднике, наверное, на дне рождения Татьяны Анатольевны, когда мы тренировались буквально пару лет у нее и не очень хорошо еще всех знали. Анатолий Владимирович подсел к Андрею и говорит: «Ну что, Андрюха, Танька-то моя хорошо тренирует?» Ну, Андрюха, Танька, все это довольно странно. Он говорит: «Ну как, ну хорошо, наверное». Он говорит: «Ну а когда вот ты с тренировки приходишь, тебя тошнит?» Он говорит: «Да, бывает, что так нагрузит, что тошнит». Он говорит: «Хорошо тренирует». Ну, то есть вот он критерий. Критерий нагрузки. Когда тебя нагружает так, что ты... Вот меня не тошнило никогда. А так как нас нагружали с Андреем одинаково, он нагрузки уже... больше не мог, понимаете? Вот разные вещи. Вот мы очень разные в этом плане, и мы очень долго искали вот эту середину, потому что он должен был получить свой выходной, и выходил с выходного, и прекрасно работал. А я после выходного была... Я ничего не могла, я абсолютно разваливалась, и начинала хорошо работать только к концу недели. Поэтому мы... всегда искали вот это был трудный процесс, который, в общем, увенчался успехом, как мы понимаем. И поэтому для меня Татьяна Анатольевна, она открыла свет для меня. Я тренировалась у тренера, который абсолютно не верил в то, что я могу добиться успеха. А Татьяна Анатольевна сразу поверила и дала... И ради этой веры я готова была на все, на любые лишения, на любые, я не знаю, голодовки, на все, что угодно, лишь бы добиться успеха. Поэтому я никогда не говорю о ней так. Я с обожанием и с пониманием. И приглашение на показательное выступление. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Когда мы с Андреем встали в пару, то первая же программа, которую мы сделали на испанские мелодии, она такой вызвала отклик специалистов, и все стали говорить о том, что вот какая-то новая эра в танцах на льду началась. И Татьяна Анатольевна использовала мое одиночное прошлое, было много прыжков, каких-то подскочек, то, что... В общем, танцоры обычно не делают. И потом прыжки и подскочки ввели в правила фигуристов, потому что это очень украшало программы танцевальные. А вторая программа, которую Татьяна Анатольевна с Еленой Матвеевной Матвеевой поставили нам к следующему сезону, была как раз на музыку Чарли Чаплина. И так получилось, что мы поехали только на чемпионат мира, потому что мы были третьей парой, и на чемпионат Европы поехала одна пара, а на чемпионат мира было принято решение отправить другую пару, чтобы как бы обкатывать молодежь. Первый чемпионат мира, Вена. Ну, вот все какой-то праздник необыкновенный, но
все не совсем так, как нужно. Чуть другой каток, чуть другие какие-то впечатления. И в обязательных танцах мы так разошлись, видимо, на эмоциях, что нам каток оказался маловат. И Андрей задел ногой за бортик, были снижены оценки. В обязательных танцах мы попали в какую-то ненужную уже разминку к произвольному танцу. В общем, было все непросто. И заняли какое-то, по-моему, 10-е место. В общем, все было. Но специалисты говорили, что танец интересный. Как бы говорили, все вроде хорошо. Но место-то 10-е, и мы были очень расстроены этим. И вдруг на следующий день после танцевального турнира приходит известие о том, что нас с Андреем приглашают на показательное выступление чемпионата мира. Такого не бывает. Вы, если посмотрите на показательное выступление чемпионатов, обычно заканчивается 5-м местом. В лучшем случае. Иногда приглашают участников, которые из этой страны, если даже они там с 25-го места, они, так как они на родине, они открывают. А мы, русские, в Вене, ну с какой стати? Потому что Лоуренс Деми, который в тот момент отвечал в техническом комитете ИСУ за танцы, хотел сакцентировать на нашей программе и показать как бы специалистам и любителям, что вот программа, которая покажет следующие, как бы, на следующие десятилетия, каков путь танцев на льду. Вот представляете, как он это оценил? И это было абсолютно потрясающе. Добрый вечер. Наталья, фигурное катание для советского зрителя было еще и своеобразным показом мод. Почему вы уделяли такое внимание своей прическе, своим нарядам? И кто вам в этом помогал? Когда я была маленькая, как я вот уже говорила, это было потрясающе интересно, когда диктор рассказывал, какого цвета костюмы. Вот когда мы уже выступали, уже, конечно, были цветные телевизоры, и это не было необходимости, но я запомнила, что какое необыкновенное внимание мы уделяли фигуристам, в чем они, как они и под какую музыку. Александра Зиновьевна Белецкая, которая в Доме моделей спортивной одежды начинала с нами работать, она подбирала какую-то цветовую гамму, всегда, конечно, к моим ярким волосам. И потом в какой-то момент Татьяна Анатольевна обратилась к Вячеславу Михайловичу Зайцеву, к нашему обожаемому Славе, но он в тот момент работал с Моисеевым и Ненковым. И в этот год он не смог с нами начать работать. Вот он, как-то он работал с одной парой. И когда Ира с Андреем закончили свою карьеру, то Слава начал работать с нами. И это, конечно, было потрясающее событие, потому что он нашел все недостатки, которые были в нас, они, конечно, есть в каждом человеке, и убрал их линиями своих костюмов. И поэтому в сезон 83-го года мы вышли как будто новые, как будто с моей талии ушло несколько килограммов, как будто у Андрея какие-то выросли крылья, потому что ему немножко подложили плечи, он стал более мужественным. В общем, он сделал какие-то тонкие нюансы, которые очень-очень хорошо сыграли на то, чтобы мы выросли в своей карьере. И также очень большой толчок дало знакомство с Анатолием Фарбером, человеком, который сделал мой стиль, мои прически, мои волосы. Я знала, какой он большой мастер. Я была потрясена, что он просто пришел к двери моей раздевалки. Это было, для меня это был огромный, ну, вы знаете, вот как звезда спустилась ко мне, так я это воспринимала. И мне была вынуждена сказать ему, что в этом сезоне я не могу ничего менять, потому что программа создана, и я уже привыкла к своей прическе, я знаю, как я с этим справляюсь. И вот с лета 84-го года он начал работать со мной. Работа была очень интересная всегда. Он всегда где-то в конце мая стриг меня. Ну, знаете, как девочку, которая выходит из детского дома. Вот вообще никак. Вот он как-то делал какую-то форму, которая меня никак не вдохновляла. Вот он довольно коротко снимал волосы, и мне абсолютно непонятной формы. Потом говорил, ну, отрастет, типа, и получится. И так и произошло. Вот он так меня постриг, и потом это отросло и стало той гривой, прической Кармен, с которой меня тоже запомнили все. И потом каждый год
Мы с ним придумывали новые прически. Он, конечно, все предлагал. То он делал меня вот эта асимметрия, которая была такая с выглаженный волос на Рахманинова, когда не хотелось ничего вычурного. Это очень хорошо сочеталось. Это необыкновенная какая-то химия, практически красный цвет на кабаре. Абсолютно неожиданная была прическа, которую я освоила. Я тоже это не сразу принимала. Я все лето к этому привыкала. Знаете, я вживалась в это, во все. Вот здесь я никогда не советовалась с Татьяной Анатольевной, и она иногда меня за это ругала. Я приходила с вновь созданной прической, она иногда говорила: ну вот, в жизни замечательно, а что ты будешь с этим делать на льду? И потом, когда я вживалась, когда я врабатывалась, она как-то это принимала тоже постепенно. И поэтому, наверное, программы получались, потому что я по-настоящему начинала жить музыкой и программами. Здравствуйте, дорогая Наталья. Во-первых, спасибо, что вы к нам сегодня пришли. Спасибо, спасибо. Мы знаем, что долгое время вашими соперниками на льду были Джейн Торвилл и Кристофер Дин. Вы не могли бы рассказать о вашем противостоянии? Спасибо. Вы знаете, вот эта формулировка «соперники», «противостояние» — это все было придумано журналистами. Мне кажется, на самом деле, никто нам не позволил ни соперничать с ними, ни противостоять им. Потому что вот представьте себе, на протяжении многих десятилетий советские пары были первыми на пьедестале. И вдруг появилась западная талантливая пара, которая сместила с первого места Леничук-Карпоносова, Моисеева-Мененкова, и они стали первыми. И вот мы тут, борясь с нашими парами внутри страны, наконец мы, когда они уже первые, наконец мы становимся первой парой страны. И, наконец, мы приезжаем. Ну и что, они первые, мы вторые. Никто нам не давал возможности с ними соперничать. Я помню, что на чемпионате Европы перед Олимпийскими играми в Сараево, когда мы привезли на абсолютно замечательную нашу ярмарку, я вышла на тренировку, они катались перед нами. Они всегда катали программу целиком. Они никогда не делили ее на части, как делают это сейчас. И мы тоже так делали, потому что ярмарка была очень технически трудная программа. Мы просто физически не могли ее вот каждый раз прокатать целиком. Уж берегли себя для проката на соревнованиях. Они прям выходили, целиком катали. И я посмотрела программу их. Я была абсолютно, ну, заворожена. Мне было очень трудно. Потому что через полчаса была моя тренировка. И тренировку я провела не лучшим образом. Но как бы вот провела, взяла себя в руки, но зато уж к старту я собралась, и катались мы абсолютно фантастически. И один судья поставил нас наравне с Торвилл Дин. Французская судья. Мы ее больше никогда не видели. Вот, так что весь мир был за них, и мы должны были просто нести свое лицо, держать себя и показывать интересный прокат. Крис, он потрясающий. Ну, мы были вообще потрясены тем, что он говорил. Потому что для нас они были на какой-то недосягаемой высоте. А он в своих интервью как раз говорил о том, что если бы эта пара чуть раньше стала первой в своей стране и чуть раньше вступила бы в соревнования с нами, результат мог бы быть другим. И мы много раз брали интервью, мы делали фильм о театре, и специально брали у них интервью, и Джейн говорил какие-то фантастические фразы о том, что когда мы выходили на раскатки, на разминки перед соревнованиями, мы их боялись, они так гоняли, как она говорила. Мы действительно катались с Андреем на очень большой скорости, и она говорит, мы не могли уловить взглядом, как она быстро крутится. То есть они говорили о каких-то вещах, которые я даже не предполагала, что они знают о нас это. Потому что они так умели себя держать и нести, у меня было впечатление, что они не знают о нашем существовании. Вот так, вот, ну, этому надо учиться, вот, чтобы выигрывать. Скажите, пожалуйста, а что явилось причиной вашего ухода из спорта?
Все титулы, которые было возможно завоевать, мы с Андреем завоевали. Мы пятикратные чемпионы Европы, четырехкратные чемпионы мира. Мы выступали на трех Олимпийских играх, где заняли восьмое, второе и первое место, соответственно. Ну вот мы достигли всего, чего только можно было. Поэтому больше не было цели, больше не было мотивации. Понимаете, вот больше, ну что, еще один чемпионат, еще, ну и что? Уже хотелось заняться чем-то другим. Уже мне было интересно перейти в театр, уже Игорь создал театр. Уже что-то хотелось сделать другое. И к тому же, если физически мы были еще очень сильны, то психологически мы были на абсолютной грани. Мы, знаете, вот уже вот просто по канату шли. Потому что стресс уже нас абсолютно выключал. Я перестала спать. Перед соревнованиями это было очень трудное действие для меня. Лечь в кровать и знать, что завтра нужно действовать. В общем, это было очень-очень трудно психологически. Вот эта потеря сна для меня, она продолжалась вот до сих пор. Если какая-то стрессовая ситуация, если у меня какое-то важное событие впереди. Вот мы катаемся, да, вот мы пришли в театр, работаем в театре, все замечательно, каждый день выступаем, выходим на зрителей, все прекрасно. Наступает осень, и нас приглашают на профессиональные чемпионаты, которые мы тоже выиграли, мы чемпионы мира среди профессионалов. Но каждый раз, когда мы выступали там, хорошо оплаченные турниры, которые, в общем, приносили нам в то время, ну, в общем, наш основной, как бы, заработок, Я абсолютно переставала спать. И наступил, это было очень трудно. И наступил какой-то момент, когда я поняла, что я просто не выдерживаю уже даже выступать в профессиональных соревнованиях. И у Андрея была травма. И нам пришлось отказаться от следующих выступлений, потому что у него была травма. Я была расстроена, конечно, но я была так счастлива, что это не из-за меня. Потому что, знаете, как-то мне всегда было обидно его подвести. Знаете, вот в паре всегда вот этот разговор о той ответственности, она пришла позже. Если у меня была травма, я могла выходить на лед с травмой, лишь бы не получилось так, что он страдает из-за меня. Вот это во мне очень-очень живет. Все это время рядом с вами всегда был Игорь Бобрин. Скажите, как и когда вы поняли, что влюблены? И как он вписался в вашу спортивную жизнь? Мы вместе уже очень давно. Официально мы женаты с 83-го года. Сколько это уже? 33 года. 33 года, да. И такая влюбленность какая-то необыкновенная была у меня, вот сколько я себя помню в юношестве, когда Игоря показывали по телевизору, не знаю, сколько мне было лет, я помню, что мы с мамой что-то делали на кухне, и вдруг брат мне громко крикнул: «Иди скорее, иди сюда, этот Бобрин опять что-то придумал». И я прибежала к телевизору, и показывали ковбоя. Я была абсолютно влюблена во все, что Игорь делает, в каждый жест, в каждый поворот. Я была его фанатом, и с этого все началось. И когда я познакомилась с ним, и стала общаться, разговаривать, и узнала, какой он, тогда вот наступила эта влюбленность. Мы очень много ездили вместе на сборы, на соревнования, хотя он был из Санкт-Петербурга, но как-то мы попадали вместе на какие-то соревнования. Андрей и Игорь всегда жили в одном номере, и я всегда с ними общалась, мы ходили вместе гулять, вот мы так втроем всегда ходили. Но как бы Андрей уже всегда так он поддерживал нас очень. Андрей, кстати, свидетель был на нашей свадьбе. Он сказал замечательный абсолютно тост. Он встал и сказал: «Я был у истоков, я стоял у истоков». Вы перешли в театр ледовых миниатюр. Не было ни Тарасовой, ни Андрея Букина. Как вас приняли артисты театра? Да, это был непростой год в моей жизни, когда после звездного олимпийского выигрыша, нескольких туров по городам Европы, Америки, я сказала Андрею, что я ухожу к Игорю в театр, а Андрей сказал, что он больше не хочет кататься. И вот так мы разошлись. Я думаю, что Андрею было труднее всех, потому что я осталась на льду, Татьяна Анатольевна осталась в профессии, а он пытался овладеть другой профессией. Он ушел в спорткомитет и начал работать в спорткомитете чиновником. А я пришла в театр, и
всем было понятно, что если пришла олимпийская чемпионка в театр, там не было звезд такой величины. Игорь, чемпион Европы, художественный руководитель, вот были чемпионы мира Воробьёва и Лесовский, но уже прошлых лет, а я вот сейчас только что. И стало понятно, что я должна войти в какие-то спектакли, я должна забрать у кого-то главные роли, как вы понимаете, которые уже там были поставлены на людей и которые с успехом шли. Для меня это было настолько очевидно, что я должна это сделать. Я видела перспективу театра в этом. Я уже, видимо, тогда понимала, ну, какие-то вещи менеджерские, что это необходимо. И я пыталась, с кем я могла поговорить, я поговорила. С кем нет, ну, просто хорошим тоном, каким-то общением я пыталась это сгладить. Возможно, кому-то это было трудно пережить, возможно, кому-то было это обидно. Но когда театр практически через несколько месяцев после моего прихода уехал в трехмесячный тур по Европе, то все как-то стало на свои места. Стало понятно, ради чего все это было сделано. Расскажите, пожалуйста, когда пришел и как Андрей Букин в театр, и как ставился спектакль «Распутин»? Как я уже сказала, вот мы с Андреем расстались где-то в июле, наверное, в нашем последнем туре по Франции. И потом мы, конечно, виделись, мы дружили с семьями, и мы приходили к ним в гости, они приходили к нам в гости. Но каждый раз, когда мы приходили куда-то или к общим друзьям, вечер заканчивался, как у нас говорилось, фатальным разговором. Игорь с Андреем, если это было тепло, уходили на балкон, если это был мороз, уходили в ванную. И там они друг напротив друга. Игорь доказывал Андрею, как хорошо у нас в театре, а Андрей спрашивал, а почему я должен туда прийти? Вот так они общались и разговаривали. И, конечно, инициатором этих разговоров всегда был Андрей, потому что он хотел понять, куда он идет, что он идет. Ну, в общем, у него было масса вопросов, и Игорь, видимо, в конце концов ответил на все эти вопросы, потому что в конце апреля уже 89-го года я уже вошла в несколько спектаклей, уже катала эти сольные спектакли, наслаждалась абсолютно работой. Я прихожу на очередную репетицию перед гастролями в Одессе и вижу, что пришел Андрей. То есть Игорь с Андреем и с директором, они все обсудили. У него уже был куплен билет, он ехал к нам в Одессу, мне никто не сказал. Я узнала об этом на тренировке. Ну, уже мы так это назвали, репетиция. Для меня был шок. Но что интересно, ну, во-первых, я была счастлива, конечно, что он пришел, потому что мы все очень хотели, чтобы он пришел. Нам включили музыку, и мы без всякой подготовки, мы просто проехали все свои номера. Ну, ладно, я в тонусе, я только что в туре, но он абсолютно, он выходил на лед буквально несколько раз в году. Но представляете, какая мышечная память и какая аутогенная такая тренировка, я так себе понимаю, что он все... Андрей пришел с тем условием, что он не будет входить в спектакли, которые уже поставлены в театре. Если я пришла и приняла все, что есть, и была готова работать в том, в чем есть, то он определенные условия поставил, и Игорь должен был их выполнить. Он сказал, я буду катать наши с Наташей номера, которые у нас есть, мы будем, если нужно, ставить новые номера, но если вы хотите, чтобы я вошел в спектакль, то это должен быть новый спектакль. Молодец! И был поставлен спектакль «Распутин», где Андрей должен был исполнять роль царя, я царица, а Распутиным должен был быть Володя Котин. Но в последний момент перед постановочным периодом Котин извинился и сказал, что его пригласили в какой-то очень престижный тур, и он уезжает за границу. И надо было решать, что делать. Вот репетиционный период, вот артисты, которые есть у Игоря. И Игорь вместе с балетмейстером Натальей Александровной Волковой Добади, они приняли вот такое судьбоносное, мне кажется, решение. Они назначили Андрея Распутиным. Мы никто не ожидал от Андрея, что он будет так органичен в том, что он делал один. Мы привыкли, что он представлял меня очень красиво в паре и всегда делал все, чтобы я хорошо выглядела. Я иногда терялась, я иногда забывала, кто со мной сейчас... Андрей или Распутин, вот он настолько вжился в эту роль, он настолько, он
он такой был зверский. Вот знаете, вот у него этот взгляд, это вот, мы до сих пор, когда пересматриваем спектакль, пересматриваем какие-то фрагменты, это абсолютно уникальный был спектакль. Премьера спектакля была в Америке, представляете себе такое? И залы вставали. Какие спектакли особенно для вас были важны? Спасибо большое. Уже много спектаклей в театре, в которых мы с Андреем, в которые мы вошли, в которые были поставлены на нас, которые мы исполняем, их более 15. Но такое впечатление, что все эти годы я ждала чего-то, вот, что будет сделано вот на меня. Игорь всю свою жизнь хотел поставить спектакль «Кармен». И вот, наконец, это срослось несколько лет назад. Корейские импресарио сказали, что они, наконец, готовы к этому. Мы всегда это озвучивали, что давайте, делайте, ждем. И Игорь как раз вот к этому созрел. И так получилось, что это было в преддверии моего юбилея. Был сделан спектакль «Кармен». Я Кармен, Андрей Хосе. Тореадор у нас уже третий или четвертый, они как-то у нас не задерживаются. Но вот мы уже все это время работаем с этим спектаклем. Я абсолютно обожаю его. Он очень физически трудный. Я научилась таким цирковым трюкам. В конце идет такой полет под куполом Дворца спорта. И я специально для этого спектакля училась этому и преодолевала какие-то вещи. У меня очень плохой вестибулярный аппарат. И вот тут меня сильно тошнило. Я считаю, что вот это как какой-то вот очень яркое воплощение Игоря как режиссера в этом спектакле, потому что там очень интересные находки и такие режиссерские. И мы с Андреем балетмейстеры этого спектакля. Мы как сами внутри, так и ставили практически все групповые номера, все свои номера. Ну, Игорь, конечно же, в этом обязательно участвовал. Вот. Так что вот этот спектакль мне очень дорог, и я его очень люблю. Что вот для вас означает титул олимпийского чемпиона? И что вы чувствовали в тот момент, когда поднимались на пьедестал почета и звучал гимн в вашу честь? Спасибо. Когда мы много раз вставали на пьедестал, и звучал гимн, и поднимался флаг. Но к этому моменту, когда это происходило, я была... Вот я вот даже не помню эти моменты. Вся концентрация и все... Вот все, что во мне было, вот все, что было накоплено в подготовке к соревнованию, кончалось, когда заканчивался последний такт музыки. Дальше я не помню, как я сидела в этой Kiss and Cry. Я вообще, я уже ничего не могла. И когда я стояла на пьедестале, я знала, что я хорошо сделала свое дело. И вот в этом мой патриотизм. Мне кажется, что чем лучше ты сделаешь свою работу, тем лучше ты поможешь стране. Как ваш отец относился к вашим выступлениям? Как он комментировал? Папа, он очень гордился успехами моими. И очень переживал, очень ценил то, что я делаю. Называл меня ласково Наташок, Наташенька. И... Даже когда он уже очень-очень плохо себя чувствовал и очень-очень плохо ходил, когда я вбегала, он жил последние несколько лет у нас рядом с нами, и я вбегала к нему, его лицо всегда озарялось улыбкой, и он всегда был, ну, потрясающе рад меня видеть. Вот это... Простите, вот это то, чего, конечно, мне сейчас не хватает. А я не ответила на какой-то еще вопрос? Что вы... Ответили, спасибо, да? Большое. Спасибо. Вы знаете, я очень благодарна вам за то, что вы сегодня пришли. Очень эмоционально было все. Спасибо вам большое. Спасибо. Благодарю вас.